Следующий вопрос. Гальюджиу рамьюга марравахида. А можно ли кинуть эти камешки одним разом? То есть собрал в ладошку 7 камешков и сразу все 7 запустил. Такое разрешено или нет? И при этом сразу 7 такбиров сделал или один такбир сделал, это уже другой вопрос. Так, такбиров наш вопрос не касается. Смотри. Исадалла ахлюль ильм бикаули юкаббиру маакулли хаса. Из слов Джабир ибн Абдилля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал такбир с каждым киданием камешка, а на набия саллаллаху алейхи ва саллям рамаха мутавалия. Ученые взяли из этого довод на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям кидал эти камешки один за другим. Валам ярмиха дуфа вахида. И не кинул их одним разом. Вахталяфу филиджза ида рамаха дуфа вахида. И ученые разногласили, если человек кинул все-таки за один раз сразу 7 камешков, это является действительным или нет? То есть это засчитывается за 7 киданий или за одно только? Говорит фазахаб аксару улама илля анну ла така илля рамья вахида. Большинство ученых считают, что это засчитывается как за одно кидание, а не за 7. Уоукаулю Ахмад, и это мнение имама Ахмада, Малика, Шафия, Уагайрихим, а также других. Уокаля Ата, сказал Ата Тужзиу, что это является действительным. Это второе мнение в вопросе. Значит, первое мнение какое? Что 7 кидания, что 7 камешков сразу за один раз считается за одно кидание. А Ата говорит, считается за что? За 7. Уокаля Абу Ханифа, и сказал Абу Ханифа, Тужзиу инсакатат аляхжар мутавали. Абу Ханифа сказал, если камешки упали один за другим, то есть не одновременно упали на землю, так, а один за другим, тогда это считается действительным. Уаилля фаля Тужзиу, а если нет, то нет. И это определить либо невозможно, либо очень сложно. Так или нет? Говорит уакаулю джумур акраб. И мнение большинства ученых здесь более близко к истине. Лианна фиаля наби саллаллаху алейхи ва саллям вака абаяна ли амрии. Аль мутакаддим бирамил джимар валлаху алям. Потому что действие пророка саллаллаху алейхи ва саллям было чем? Разъяснением обязательного действия, которое он сам же доказал. Поэтому нам необходимо бросать так, как бросал он. А так, ман амиля амалян лиса али амруна фаурак. Кто сделал дело, на которое не было нашего приказа, оно отвергается. Поэтому если человек так сделал, кинул сразу 7 камень за один раз, то это считается за одно кидание. Ему еще нужно кинуть еще 6 раз. То есть 6 раз по одному камешку. То есть 6 раз по 7 кидать уже не нужно. Так или нет? Следующий вопрос. Пророка саллаллаху алейхи ва саллям было чем? Разъяснением обязательного действия, которое он сам же доказал. Поэтому нам необходимо бросать так, как бросал он. А так, ман амиля амалян лиса али амруна фаурак. Кто сделал дело, на которое не было нашего приказа, оно отвергается. Поэтому если человек так сделал, кинул сразу 7 камешков за один раз, то это считается за одно кидание. Ему еще нужно кинуть еще 6 раз. То есть 6 раз по одному камешку. То есть 6 раз по 7 кидать уже не нужно. Так или нет? Следующий вопрос. То есть 6 раз по одному камешку. То есть 6 раз по 7 кидать уже не нужно. Так или нет? Следующий вопрос. Следующий вопрос.